Мне эта книжка понравилась, она очень интересная. Там есть такой почтальон космический, его зовут Боб. И он всегда работал один. Но однажды ему шеф, очень необычный шеф, сейчас я покажу необычного шефа, вот такой необычный шеф, ему сказал, что ему дадут вот такую вот напарницу. И у них там случались приключения. И к ним, вот видите, книжка называется «Воры на моторах». К ним прилетели воры на моторах. Вот так. Да, она очень красиво нарисована, сейчас покажу. Вот как раз и «Воры на моторах». Я ее рекомендую, но до начала прочитайте первую часть. Это вторая часть.